Итак, наш вебинар проходит на портале webinarmarket.ru в рамках проекта «Вебинар-инкубатор. Мой первый вебинар». Это действительно мой самый первый вебинар, мой первый опыт. И я думаю, что мы вместе с вами сделаем этот опыт полезным и приятным для всех. Я очень рада, что вы все пришли. Конечно, ожидала народу больше, но ничего, первый раз. Давайте мы все улыбнемся друг другу, и пусть каждый подарит всем солнечного зайчика, частичку своей души. Юля, у вас не слышно что-то, да? У вас вопрос какой, Юля? Так, сегодняшний тренинг я хочу посвятить теме счастья. Мы с вами будем учиться чувствовать это ощущение счастья всегда, вне зависимости от обстоятельств и ситуаций, в которых вы находитесь. Сначала я хочу, чтобы вы мне ответили на вопрос, что такое счастье, как вы себе представляете, что такое счастье. Напишите, пожалуйста, в чате. Нет, Юля, вас никто не слышит, слышит только меня. Так, уверенность в себе всегда, когда я люблю и чувствую себя любимой. Так, у кого еще какие есть представления о счастье? Я сильная, все могу, интерес к миру и радость в душе, легкость во всем, интерес жить. Так, а есть какие-то такие представления о счастье, когда вот вы себя ощущаете несчастными и хотите, чтобы у вас что-то было такое, что от чего бы вы почувствовали счастье. Такие есть представления? То есть вот на данный момент вы находитесь в легкости, в интересе к миру, в состоянии любви, вот на данный момент, вот как вы себя ощущаете? Ну вот, на данный момент нахожусь в страхе. Волнуюсь. То есть вот на данный момент ощущения счастья нет, если есть страх и если есть волнение. Последнее время всегда счастлива.
То есть вот, Олеся, лыжная прогулка делает счастливым, да? То есть то, что вы делаете, как бы делает вас счастливым. Вот, кажется, что до счастья еще далеко. Мария, а что нужно для счастья? Что, когда оно будет у вас счастье? Ну, то есть, возможно, счастье это когда, например, рядом любимый человек, когда дети здоровы, когда есть достаток, когда чувствую себя любимой. Когда есть, допустим, любимое дело, успешность во всех делах. Вот во всех этих случаях мы испытываем счастье, так? Вот, когда есть любимое дело. То есть, когда нет любимого дела, то мы как бы еще живем ожиданием счастья, когда же оно у нас появится. Или когда у нас произойдет что-то такое, что вот мы будем счастливы, мы ждем как бы этого. Есть еще какие-то представление, убеждение про счастье, что когда вот как бы условия такие, что мы будем счастливы только в этом случае. Вот Мария написала, когда есть достаток. Жизнь в великой стране. А что значит жизнь в великой стране? Это какая такая страна? Вот, когда полностью уйдут все ограничивающие тараканы из головы. То есть пока они не ушли, мы не можем чувствовать себя счастливыми с этими тараканами. Вот, к сожалению, не могу прочитать даже, как вас зовут, вот он латинскими буквами кто-то написал. В великой стране это в какой стране? Поясните, пожалуйста. А, вас Настя зовут. А в какой стране нужно жить, чтобы чувствовать себя там счастливым? Тараканы ползают и кормятся энергией страха и не могут, и не могушками. Не могушками это ленью, что ли? Советский Союз после победы над Германией. А до победы над Германией Советский Союз, что не великая страна была, разве? Есть еще у кого какие-то мысли, вот что убеждения вот такие, когда про счастье, есть еще что-то такое? Когда бы вы чувствовали себя счастливыми? А, патриотизм для вас очень важно, ясно. Когда с родными все хорошо. Когда они счастливы. То есть, когда все родные счастливы.
Так, еще подумаем или же перейдем к следующему шагу. Напишите, у кого, если больше нет мыслей никаких, то напишите нет. Хорошо, понятно. Значит, вот эти все убеждения, когда мы думаем, что счастье у нас будет когда-то, и живем ожиданием счастья, давайте сейчас все эти убеждения растворим в доме убеждений. То есть вот эти убеждения, что нам, что нам нужно счастье, что счастье придет к нам когда-то, нам эти убеждения с вами не нужны, потому что счастье это естественное состояние, когда мы свободны от негативных эмоций, страхов и различных блоков. И мы будем с вами учиться его испытывать. Итак, вначале давайте растворим все наши ненужные убеждения. Вы просто как бы сконцентрируйтесь, что вот все мои убеждения про счастье, представление о счастье находятся как бы в таком воображаемом доме. Я буду говорить вам от первого лица, чтобы вы представляли, как будто бы это вы сами себе говорите. Я представляю дом моих убеждений. Я вижу, какой он снаружи. Сколько в нем этажей, какого он цвета, какой архитектуры, из чего он сделан. Я вижу дверь и вхожу в дом. Я вижу, что внутри этого дома. Это мешает мне передвигаться и заполняет все пространство комнат. Я волшебник, и я растворяю все, что встречается на моем пути, так, чтобы комнаты стали пустыми. Если мне встречаются в моем доме люди, то я их выпускаю на свободу. Я прощаю себя за то, что держал в своем доме этих людей. Я открываю двери дома и выпускаю их. Если людей нет, я растворяю все, что мне попадается на моем пути. Я прохожу каждую комнату, захожу на каждый этаж. Я вижу, что пространство дома постепенно освобождается. И комнаты становятся пустыми и просторными.
Я представляю, как в стенах и потолке моего дома появляются окна. И в них идет поток солнечного света. Я стою в этом потоке, и меня наполняет чистая энергия. Я чувствую в себе силы и растворяю стены дома. Стены рушатся, и я остаюсь на прекрасном цветочном лугу в потоке света. Я чувствую, как лучики энергии создают приятное тепло на моей спине. Я чувствую, как каждая клеточка наполняется этим теплом и светом. Я чувствую свободу от старых ненужных убеждений. Я дышу легко и свободно. Напишите, пожалуйста, у кого получилось представить дом и что вы представили, можете поделиться? Прекрасный дом, наполненный светом, красота, и везде внутри свет, а была серость и паутина. Серость и паутина легко растворились, Юля. Агрессия почему? На что пошла Настя агрессия? Дом был жутко запущенный и запыленный, как будто 100 лет никто не убирал. Но, Мария, но вы разрушили его? Что значит жаль? Почему жаль? Настя, и вы сейчас пребываете в этой агрессии на себя и на свои глюки. У вас не получилось наполниться светом? Дом деревянный с паутиной. Людей выпустила Олеся. Хорошо. Агрессия есть еще. Ясно. Почему-то думала, что дом — это часть меня. И вот я только привела в порядок ту часть, а ее рушить надо.
Оказалось, на поляне. Хорошо. Ну да, это какая-то ваша часть, конечно, если вы имеете о ней представление. Конечно, это ваша часть. Я закрыла глаза. Такой же дом, как на картинке Веда представила. Да, мне тоже этот дом очень нравится. Выпустила всех из комнат. Хорошо. Дом был маленький и пустой абсолютно, даже убирать ничего не пришлось. Понятно, Ирина, значит, у вас практически не было никаких убеждений насчет счастья ненужных. Я поняла, Веда, да, я поняла, что вы представили раньше, чем картинку увидели. Здорово. Так, все поделились, да, своими представлениями о доме. Идем дальше. Хорошо. Теперь как бы вернитесь, вот, может быть, даже на ту поляну, на которой вы сейчас остались после растворения дома. И представьте, что на чистом голубом небе невидимый художник пишет слово. Слово счастье пусть будет. Представьте, как будто это воображаемый экран такой неба, и вот на нем пишется это слово. И сконцентрируйтесь на нем, наблюдайте за этим словом. Как будто художник выводит каждую букву волшебной кистью. Если слово растворяется, то снова возвращайтесь к этому слову, снова рисуйте его на этом воображаемом экране. Вы также можете слышать голос, как будто бы вам как чей-то голос говорит. Это слово счастье. Это может быть ваш голос, может быть голос любимого вашего человека. Если мысли ускользают на другое, снова находите это слово счастье. Представляйте его еще как-то, не обязательно на небе, можно еще как-то представить. Вы можете представить образ, который соответствует у вас сейчас этому слову. То есть наблюдайте за образом. И удерживайте его какое-то время. Но не пытайтесь его как-то насильно удерживать. Если образ меняется, то просто наблюдайте за этим. Дайте волю своему воображению.
Вы чувствуете, как остальные мысли успокаиваются. И вы все время, и вы опять и опять возвращаетесь к этому слову. Напишите, пожалуйста, что у вас получается. Почувствовали ли вы расслабление в теле, когда представляли слово «счастье»? Здорово, Мария. Жар и тепло в руках. Хорошо. Прекрасная сияющая картинка, Юля. Хорошо. Слово из облаков. Расслабления нет. Ясно. Настя, у вас все еще остается агрессия на себя, вот сейчас, да, в данный момент. Лето, луга, простор, свобода, слово как след от самолета. Здорово. Выводилось имя. Ой, очень хорошо. Уже меньше. Я рада, что меньше. Кто-нибудь еще может поделиться впечатлениями? Серебристый самолет начертил на небе слово. Стало салютом и воздушными шариками. Здорово, Олеся, очень красиво. Вот это упражнение со словом, вы можете выбирать любое слово, которое вам приятно. И вот каждый день можно его делать, вот как бы отвлечься от дела ненадолго, и вот так вот представлять себе, как бы очень хорошо успокаиваются мысли. Это вот как правильно, это может быть вот так же и ваше имя. Например, все равно что выберете любое приятное для вас слово. Так, ну что, идем дальше тогда.
Или кто-то еще поделится. Дальше идем. Хорошо. Я чувствую себя счастливым человеком. Я ощущаю полноту и радость жизни. Я дарю людям и Вселенной любовь и свет. И с радостью принимаю любовь и свет от окружающего мира. Я чувствую, как остатки напряжения покидают мое тело, и оно становится расслабленным. Мои глаза закрыты, и я направляю свой внутренний взор на свои ладони. Я чувствую, как они наполняются приятным теплом. Я смотрю на ладони закрытыми глазами, так, как будто они у меня открыты. Я осознаю свои ладони и каждый палец на моих руках. Тепло поднимается вверх по рукам, и я наблюдаю, как оно заполняет плечи и спину. Тепло спускается вниз и заполняет ноги. Я смотрю на мои ноги внутренним взглядом. Я осознаю свои ноги. Я чувствую, как тепло заполняет стопы. Мои мысли обращены только к моему телу. Я чувствую, как меня заполняет теплое течение реки. Я сливаюсь с этой рекой. Я могу наблюдать свои мысли, как будто они облака, плывущие по небу. Мысли приходят ко мне вместе с течением и
постепенно успокаиваются. Я чувствую, как расслабляется моя голова. Я ощущаю свою голову и смотрю на нее изнутри. Я чувствую, как спадает напряжение с мышц лица. А голову наполняет теплый поток. Я чувствую каждую клеточку своего тела. Я чувствую спокойствие и полноту бытия. Я наблюдаю каждую свою мысль и отпускаю ее. Я осознаю пространство вокруг меня, так, как будто река теперь заполняет не только мое тело, но и всю комнату. Я осознаю комнату. Я охватываю внутренним взором весь дом. Весь город. Река моего осознания заполняет его улицы. Я расширяю границы моего осознания на всю страну. На весь материк. На весь земной шар. Я чувствую, что мой поток
сливается с потоками других людей. Наши потоки соединяются в единый поток любви. Мы едины с нашей процветающей, красивой, дышащей теплом и любовью землей. Я благодарю землю за все, что у меня есть. Я благодарю каждый свой прожитый день и благодарю все свои намерения, которые сбылись и сбываются. Я чувствую, как энергия любви течет через меня свободным потоком. Я чувствую, как в этом потоке растворяются все мои блоки, запреты, страхи, ограничения и сопротивление. Я позволяю потоку свободно течь через меня. Я чувствую, как светится любовью мое сердце. Я чувствую единство и полноту бытия. Да, я записываю вебинар. Записываю, да. Потихонечку возвращайтесь и напишите, пожалуйста, о своих ощущениях.
Дверка в счастье находится где-то в моем сердце, да, именно там. Откройте дверку, и счастье засветится из вашего сердца. Я рада, что у вас получилось расслабиться, Настя. Очень хорошо. Когда был над землей, пришла большая белая собака. Ну, у вас приятный образ, это ощущение, Виктор, от этой собаки. Что она несла в себе? Ну а почему тогда ерунда? Значит, не ерунда, значит, вам так было хорошо представить что-то родное. Очень хорошо. Страх меня не любит, сопротивлялся и не хотел уходить. Но он ушел все-таки, Ирина. Ну что же, он вас защищал столько времени, а вы его вытолкнули. Ему надо было с любовью отпустить. Ну хорошо, поговорили, ушел, да, хорошо. По душам. Попала в Антарктиду. Олесь, это, наверное, после лыжной прогулки. Сразу в Антарктиду. Я благодарю вас всех за участие, что вы сегодня пришли, были со мной. Кто-нибудь еще хочет поделиться?
Тут мои координаты, но вы, в принципе, их все знаете. Это я для того, что если кто-то будет смотреть в записи. Я тоже всех очень благодарю. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо и вам, Юлия. Юлия, у меня вообще медитация есть, записана под музыку голосом. Да, на вебинаре я ставила здесь музыку, у меня записалась, но у меня не получилось ее точности под нее сделать, чтобы она совпала со словами. Кончилась раньше, чем слова. Спасибо, я думаю, что мы не последний раз встречаемся. Я надеюсь сделать такие вебинары регулярными. Буду думать над следующей темой и всех вас жду. До новых встреч!